One will be discussing different techniques, how to keep the mind engaged. Мы обсуждаем разные техники, разные методы, каким образом можно правильно занять свой ум. The mind and the senses have to be engaged. Ум и чувства требуют занятий. Either positively or negatively. Они будут заняты либо позитивно, либо негативно. So Ajimil detached himself from the process of sense gratification and began fully absorbed in thinking about the Lord. И вот здесь Аджамила полностью отрешился от чувственных наслаждений и сосредоточил свой ум полностью на служении Господу. So we should learn our ways. We should also be determined. I want to succeed spiritually. И мы точно так же должны научиться этим методам, должны развить в себе решительность, что я хочу достичь успеха в духовной жизни. Аджамила преисполнился решимости, он сказал, все, больше я не буду повторять своих прошлых ошибок. As you said last night in the evening lecture, Prabhupada said, you take one step towards Krishna, Krishna take 10 steps towards you. Как вчера на лекции мы говорили, если вы делаете один шаг к Кришне, Кришна делает 10 шагов к вам. So this process of bhakti yoga gives us the strength to control our mind and senses. И этот метод бхакти йоги дает нам силу, необходимую для того, чтобы контролировать свои ум и чувства. And if we sincerely endeavor, Krishna helps us. Если мы искренне прикладываем усилия, то Кришна помогает нам. So if we engage the mind positively, then you can be saved from negative attacks. Если вы занимаете свой ум позитивно, правильно, то тем самым вы спасаете себя от негативных мыслей, от неправильного мышления. But we should correct the mistakes. Мы можем совершать ошибки, но мы должны их исправлять. And we should be determined.